Ну, я не знаю, с Украиной, в России постоянно какие-то там, если мы же все-таки соседи, у соседей всегда между собой происходят конфликты, ну, такие, не война, я имею в виду конфликты, а ну, какие-то такие, по-соседски, что называется. Ну, да, конечно, там, если речь идет о больших деньгах, эти деньги там кто-то пытается у кого-то отобрать. Поэтому, я думаю, все это в порядке вещей. Ну, честно говоря, мне сложно сказать на эту тему что-либо.